Алле. Здорово. Серега, привет. Привет, привет. Привет, дорогой. Привет, привет. Че, Гортон, ты стримишь? Нет, я не стримлю. Че, купи? А, ну ладно, не буду спрашивать. Поверни на Мари. Вот. Давай, давай, я вижу. Мари. Оу. Вот я тебе в глаза смотрю, я не Вадик, не Михалыч, эти тряпки паршивые. Подожди, че? А ты что, такой умный, что ли? Да ладно, что? Я не сижу дома, понимаешь? Я с сыном, с маленьким сижу. Вот мы сейчас, он маленький совсем, он ходит, все просит, ходит там туда-сюда, подмыть, помыть. Я один с ним, ему год и четыре. Сереж, ты что? Ты хочешь мне что-то... Ты, подожди, ну у тебя да, были, ребят, дети. Тише, у тебя были, да, дети? У тебя есть дети? Да, но у тебя жена рядом, понимаешь? А у меня нет сейчас жены рядом. Сын. Сын, да. Я твоему сынишке просто здоровье просто желаю. Знаешь, кто ты? Изделение просто, вот и все, кто ты. А ты знаешь, кто? А ты мудак. Да чё? Ты как был мудаком? Ты как был мудаком? Да не ругай. Ты как был мудаком? Поверни сюда. Подожди, да, ты, Серёнька, ты, да ты, я ты, его порасывал. Ты как был, да, мудаком. Да что вы ругаетесь-то, ты как по жизни, да, был мудаком, так ты его будешь. Так я что ли на него попёр? Да я не знаю, что. Такая чмошка. Блин, ну. Когда он ко мне, давай, Мир, давай набери, давай, набери. Да, я ты ему сейчас все припомню. Да я хочу ругаться, я не хочу быть крайним. Слушай, да он что-то забыл? Да я не или хочу быть крайним. Когда он мне, да, названивал, я же от него бегал. Ой, ребят, хочу пожелать тебе этой. Вот Гаша хороший. Они мне помогли, например. А почему он меня трогает? Ты понимаешь, что он сейчас хочет зацепить? Ты успокойся просто. Пошел меня с сыном трогать. Ну, ты что, будешь слушать? А я что, брошу сына и пойду сейчас работать? Да, люди понимают, но кто понимает, кто не понимает. Он маленький. У меня что теперь делать? Бабушка есть, бабушке 70 лет. Я прошу, когда карантина не было, я просил сидеть. Сейчас карантин. Я не могу выйти из дома, блядь. Понимаешь, и работать. Я с удовольствием бы из дома вышел, блядь. Ему год и четыре, ему не 6 лет, не 3 года, не 5. Я тебя прекрасно понимаю. Мне такое говорит. Я еще раз скажу. Ты постыдись Бога. Да подожди. Я как к тебе хорошо отношусь, так же и к нему хорошо. Ну ты сам видел, что он сказал? Я понял, я прекрасно. Ты видел, что он сказал? Слышал и видел, что он сказал. А причем тут я хорошо к тебе и к нему? Ну, ты видел, что он сказал? Слышал. Ну и все. Я тоже не понимаю. Я считаю, тебе стоит с ним поговорить. Ну я приеду домой, поговорю с ним. Потому что он вообще ведет себя неадекватно. Ну, тут также у людей, у кого-то такое же мнение есть. У кого-то есть мнение, что тебе надо помочь, у кого-то есть мнение, что... Ты думаешь, здесь у всех мнение, что тебе надо помочь? Тут... Я и помощи вообще не прошу. Я чисто от себя, я от себя, да, приехал. Я помощи вообще не прошу, друзья. Я вообще не прошу. Но почему меня нужно оскорблять? Ты без рук, говорит, без ног. Да нет, я с руками и с ногами. Потому что сейчас я не могу выйти, потому что везде пропуска нужны, везде то нужно. А я что, ребенка брошу? Или с бабушкой 70-летней брошу? Вы о чем говорите? Он маленький совсем. И эта тварь лысая звонит и начинает что-то мне рассказывать. У меня тоже ребенок. Так у тебя ребенок с мамой. Ты ходил, видео снимал, а мама сидела, твоя жена. О чем ты говоришь, чудо перек? Скорее всего, это все идет из-за каких-то ваших... старых рамсов. Слушай, вообще не, да, я так говорю, да, рамсов вообще не было. Скорее никаких. Всего, это идет из-за ваших каких-то старых рамсов, я не знаю каких, Но, Серый, я тебе скажу, у меня свое мнение о Марике одно. Марик в один момент... Да не надо меня защищать. Когда, да, подожди. Вот это чмо меня в натуре задело. Когда мне не надо, ребята, было... Ребята, это дешевое. Да успокойся, ну... Вот давай при мне такие слова. Серый, это дешево. Гашки парень. Он сейчас не может ничего про тебя. Его так... не слышно и не видно. Почему ты в одну сторону? Ну, вон он сейчас задонатит тебе и скажет. Почему ты в одну сторону говоришь? В смысле, он мне сказал, я говорю. Он же при всех сказал. Он при всех сказал. Как так делать? Я тоже, ну, я не понимаю. Вообще такой неумный. Я от души, от чистого сердца. Ну, подожди. То, что я Маркуше помогаю, это от чистого сердца, от души. Знаешь, я думал... Я себе ни копейки не беру. Нет.
Все, Маркуша. Вот он думал, что я думал, какие-то добрые слова, там, пожелания и прочее. А он, ты посмотри, что говорит. Я с ним не. Я еще раз говорю, я вообще к этому. Я ни деньги не делился никогда. Да и денег не было. Я, как говорится, и к Серому хорошо отношусь, и к Марию. Ну, да, Серенька, ну, я, ну блин, я тоже, если честно, не поддерживаю тебя. Поверни-ка на него камеру, слышь ты. Поверни на него камеру. Рот закрой. Давай. Рот закрой. Я тебя все бутылки. Тули. Ты в Иваново сиди. Шляпу свою ну, сосед, понял, нет? Трудно сидеть на двух стульях. Им хочется быть и Серому. А при чем, подожди, вылезать в жизнь, а при чем здесь Ваня? Гриша, научись быть ну, мужиком. Как раз в жизни скажи от сердца про Серого. А я тебе что... А я что тебе сделал в жизни-то? Подожди, послушай. Ты меня зачем оскорбляешь? Я смотрел сейчас стрим, ты мне что сказал? Что? В смысле ты зависел от меня? Ну так ты! Ты же, ты! Слушай, ну я тебя. Подожди! А что? А, подожди, ты поначалу у вас. Дай я скажу, потом ты скажешь. Ну давай. Ты с Танюхой жил? А при чем тут Танюха, извините? Ну я тебя спрашиваю, жил с Танюхой? Ну и что? Ну и все, ёпта. Когда вы были вместе, когда мы тот канал начинали, ну, что я тебе говорил? Что ты мне говорил? А тебе кто дал право меня оскорблять сейчас сидеть? Так ты вспомни, ёпта. Я тебя оскорблял? Ты, я сейчас другая речь идет. Сейчас... Подожди, ты, вот, подожди, ты меня оскорбил. Подожди, ты меня оскорбил. Ты, я тебя... Я тебя оскорблял. У меня ребенок спит, я орать не могу. Ты мне рот не закрывай. Ты что думаешь, что я с тобой, с молодым, то, что ты сидел, то, что ты сидел. А я тебе скажу, я приеду к тебе в натуре, по губам проведу. Ты что там сидишь? Или что? Корона, что ли, у тебя? Я тебе приеду, собью. Я тебе в натуре говорю. Я тебе что плохого сделал? Ты когда начинал канал, вы с Гашиком. Гашик хороший человек. А ты долбил. Надолбил? Ну дай бог тебе здоровья. У тебя прекрасно подписчиков. Я рад. Я наоборот рад. А ты дерьмо. Да я знаю, кто я. Я человек. А ты дерьмо. Поганое. Все, убери его от меня. Давай приезжай. Я тебя в настоящую тайгу отвезу. Я тебя в настоящую тайгу отвезу. Да, успокойтесь, ну что вы, Серж? А я-то здесь при чем, ну, Серж? Я-то здесь при чем? Ты запел, да, с Гришей? Да, давай с Гришей положи. Я еще здесь. А что ты перед ними? Так он просто себе цену набивает. Я не знаю. Конченая, дешевая, шило в два. Вот корона, видишь, появилась. Про ребенка-то тоже, оно. Я, ну реально человеку тяжело, реально тяжело человеку, ну, блин, первый раз мы к нему всей толпой приехали, второй раз я приехал, слушай, поддержал, сегодня... Зачем человек звонит и меня, я его обзывал? Нет. Зачем он мне позвонил и начинает меня обзывать? Он кто? Он никто. Он Аркуша, никто. Я не хочу слушать ничего, давай уже все, да, конечно, успокойся. Конечно, слушай, хочу слушать. Да уже успокойся, Маркуш. Ну хорош, ничего. Я еще раз говорю, Серый, я, ну, это же мое право, это же мое, ну, мое мнение. Я могу приехать, помочь Маркуше. Это же, ну, я могу это сделать. Я же от вас не завишу. Я, ну, блин, у меня свой канал. Да, спасибо, что вы помогли мне, поддержали меня. Жаба, вот тебе кто и кинул. Ничего ты не я, будешь. Допустим, к Михайловичу в Москву приеду. Ты не будешь удалять ничего. Да ну, блин, я просто не понимаю. Я отношусь... Сережа, приезжай сюда. Я отношусь и к ко всем отношусь. А я не знаю, что... К Марику я помог, приехал, помог. Потому что в свое время, самый первый, где я появился, это я у Марика появился. Он меня принял после СИЗО. Да дело даже не в этом. После тюрьмы. И меня как бы... Он мне, Марик, ничего так вообще плохого не никогда. Я не так же ко мне, понимаешь? Он мне, Марик, никогда плохого ничего не сделал. Я ему не собираюсь помогать всю жизнь. Я ему помог раз, два, три, пять там все. Раз. И все, как бы. Я не собираюсь всю жизнь ему помогать. А его жаба, там. Жаба давит, жаба. Вот это Евгений, да? Да, да, да. Подожди. Вот этот, который мне назвал, за который слова ответить не можешь. Давай. В смысле не могу? Да. Слушай, welcome, welcome. Поверни хуйню эту.
Поверни. Да, Серый, подожди, Серый, поговори со мной. Слышь, нормально. Да чудо. Успокойся, подожди. Ты в Иваново сиди. Успокойся, да, Маркуша, дай ему, дай. Ткани. Да, дай я нормально скажу ему, Да скажи. Серый, я, подожди. Я ему позвонил. Серый, подожди. Ну дай я, скажу, дай я свое мнение скажу. Дальше. Не кричи. Кирюха, спи. По-братски. Брат ты. На... Таких братов да, не надо. Громко, дай я скажу, Гриш, пожалуйста, можно? Ой, слышишь, Марик, вот только не перекрикали меня. Я с тобой сейчас нормально общаюсь, хотя ты меня назвал, я тебя спрошу за это, если будет время. Приезжай. Ой, земля круглая штука. Да. Я тебя не называл. Я тебе сказал, что ты иждивенец. Да. Знаешь почему? Я тебя обосную это. Подожди, я на твоем иждивении сидел. Сижу сейчас на твоем иждивении. Да, я Гриш, я с тобой. Я на твоем иждивении сижу. Да, Маркуша, ну давай, подожди, дай он скажет потом. А. Я тебе просто, братух, когда ты мне звонил, я тебе про него говорил. Этот человек, он двуличный человек. Так меня-то, Серый, подожди, меня-то он ничего не сделал, Серый. Я не про это. Дай мне. То, что Марик, меня все слышали. Сережа. Сережа, я... Подписчики, всем привет, ребят. Просто говорю, когда мы канал начинали, когда я Шилова смотрел, поэтому я канал создал. Когда Марик был Шиловым, Марик, не перебивай меня, когда я Марику писал, что давай выйдем с тобой в скайп, когда у нас был стрим, ну было такое? Не знаю. Значит, было. Дальше поехали. Когда мы с Гашиком начали раскручиваться, когда мы дяде Юре начали помогать, вот это хобби. Вообще, дядя Юра, когда уже был, я уже не снимал. Таня, которая его кинула и сказала, что это гнит. Кто? Таня? Вот слушай, послушай меня. Вот он, подслушай меня. Вот он-то знает. Вот он-то знает, как дело было. Слышь, дура. Да я с Танюхой общаюсь, Серый, я с Танюхой общаюсь. Да он, ты дурак. Ой, все, убери, он пиздит. Он нам звонит и говорит, по пьяни. Говорят, вместе с Танюхой. Вообще даже не звонил. Они накручивают подписчиков. Все. Они нас звали. Я когда был со своей женой. Это, посмотри, что делает. Вот это Ир, который не отвечает за свои слова. Он меня назвал... Ты сейчас придумываешь. Подожди. Я тут ни при чем, Серый. Я делаю... Я делаю свое дело. Согласись? Слушай, ну ты... Просто, Серый, мне жалко человеку, ну ребенку, ну год и четыре. Подожди, ну меня... ты-то в Красноярске, ты меня знаешь. Он-то... Мне не его жалко, мне жалко ребенка, Серый, мне ребенка жалко, мне его... Честно тебе сказать, мне тоже жалко, я посмотрел видос, мне тоже очень жалко. Когда все бухают... Когда... Мне твоя жалость не нужна. Ты приезжай сюда, ты сюда приезжай. Подожди, я Таню приглашу, пускай он приезжает. Иди сюда, иди. Чудо! Чудо, иди сюда! Смотри! Жаба! Жаба давит! Серый, подожди, давай... Да ты скажи, пускай приезжает сюда, станет, встречи, Серый, все. Давайте без стрима с ним поговорите просто, давайте без стрима. Я скажу просто на стриме, что это тёлка. Видишь, он пиарится. Давай без стрима. За счет меня. Ты приезжай сюда, у Тани спроси. Иди. Ты сюда приезжай. Ты тёлка. Ты, я тёлка? Тёлка ты. Как ты плакал у всех на каналах, ходил ко всем. Вот оно где, смотри. Я тебе говорю, сука, двуличная. Серый, да подожди, Маркуша, да успокойся, Подожди, а насчет Тани, ты можешь спокойно приехать и у нее прямо спросить, ты рот свой вонючий закрой. Маркуша. Нормальный отец никогда, сука, никогда не будет клянчить денег у других. Он, сука, из кожи будет. Слушай, я что, клянчу деньги? Ну ты-то скажи, что ты сидишь-то? Нет, я клянчу деньги, что ли? Ты я клянчу... Да я-то вообще не хочу... Да нет, ну ты Таню знаешь, ты знаешь меня. Да я вообще не понимаю, почему он стал звонить. Я хочу помогать. Пропиарится он хочет. Да какой пропиарится? Я тебе говорю. У него канал 750 тысяч. Какой? И он нас хочет пропиарить. Какой пропиарится? Я единственное не понимаю, но я хочу Маркуше помочь. Люди, которые помогают, они помогут. Я знаешь, как это, Гриш? Я тебя люблю, серьезно. И Гаш тебя любит, и мы тебя любим. Послушай, просто я так громко связь. Да.
Пропиариться надо. Вот серьезно. Марик, подожди, не выкрикивай. Ты нет, просто... нет, да, нет, я просто говорю, что тебе пропиариться надо. Я тебе просто говорю. Подожди, стой, я к тебе нормально отношусь. Вот. Но башку тебе надо, конечно, пробить немножко. Такие слова нельзя, так, такие вещи. Подожди, ты мне позвонил, ты меня обозвал. Подожди, стой. Ну ты же мне позвонил, обозвал. Ты взрослый человек? Я взрослый. Ну зачем? Я тебе могу... Серый, я тебе скажу так. Он пьяный, ты пьяный. Я не пьяный. Ну подожди, ну я же ему не звонил. Он пьяный звонит мне. А ты знаешь, что с пьяного спрос вдвойне? Да все, да. Ой, видишь, ему все. Нет, никто не слышит. Только мы. Человек. У человека должны быть руки в первую очередь. Марик, тебе сколько лет? Вот они. Приезжай, я тебе покажу свои руки. Сколько тебе лет, скажи мне? Мне 41. 41 год, не 30. Тебе 41 год. Ой, вот видишь, молодежь. И ты просто, я понимаю, то, что Гришка, он отказный, он добрый. В смысле безотказный? А я не просил Гришу ни о чем. Приехал. Ну да, я скажу. Тогда я тебе скажу, я не просил Гришу ни о чем. Да я не почему просил, ты, говорю. Почему ты сейчас, ты вот да уже я, на протяжении 40 минут, человек, да я нормальный, так ты ненормальный. Я-то нормальный. Так ты ненормальный. Я просто к тебе к чему говорю. Ты в тюрьме сидел? Ты в тюрьме сидел. У меня жена там. Да, ну успокойся. Ну скажи. Башка уже болит. Скажи. Ради бога. Так он опять меня будет обсирать сейчас начнет. Он же больше не может ничего. Люди, которые просто перекрикивают, они чувствуют за собой что-то. Вообще ничего не чувствуют. Я чувствую, что ты нехорошо себя ведешь. Не по-человечески. Ты как мужчина. Не, Серый. Ты не как мужчина себя ведешь, понимаешь? Дай я скажу, пожалуйста. Серый, он меня не просил приехать помочь мне. Дай я скажу. Гриш, я тебе... Дай. Ты, ну, перестань. Парень, это тебе сейчас... Дай я скажу. Вот смотри, вот ты мне говоришь, что я... Да? Он что за это зацепился? Подожди, ты меня позвонил, ты меня обозвал тоже. Я тебе сказал. Я выскажу. Ты что, да что ты скажешь? Да не надо мне говорить. Я понимаю, на расстоянии можно угодно что-то. Да господи, приезжай. Я не могу приехать. Парень, если я даже не приеду, поверь ты мне. Парень, ты немножко чуть заблуждаешься, брат. Ты welcome. Сережа, welcome. Я тебе просто могу, вот тебе в глаза поверни, Олег Гриш, на него. Тебе кто вот поверни на него, поверни. Давай. Марик, ну. А, Марик? Ну. Слышь? Ну. Слышь? Ну. Ты вроде нормальный парень, да, с одной стороны. Угу. Вот давай я просто сейчас по полочкам все раскидаю, просто послушай меня, пожалуйста. Пускай ты взрослее, я помладше. Давай, слушай. Послушаешь? Да, конечно. Вот смотри, вот ты говоришь то, что... Типа, я говорил то, что, типа, когда мы только начинали, когда я жил со своей женой, когда мы начали с Танюхой начали жить, помнишь, mm-hmm. когда у нас стримы были, когда mm-hmm. я лайки просил, помнишь да, такое? Да. Помнишь такое? Да, конечно. Вот. А потом после лайков, когда мы с тобой не начали, когда у нас стрим и когда у нас много народа появилось, что ты говорил? Что я говорил? Я даже бычок курю, смотри, Марик, в честь тебя. Да это не в честь меня. Ты всегда вообще докуришь только бычки на дома. Послушай меня, а когда я тебе звонил, говорю, ты давай... Скажи, нет, Марик, подожди, ты взрослый человек, ну скажи, вот, двумя словами, у кого там чего мы пытались, ты кто, Марик, скажи, пожалуйста. Я? Винодел от Бога. А ты кто? Ты обычный человек, А ты кто? И я такой же, как вот. И ты. А какого ты мне звонишь? А почему ты имеешь... Не, подожди, стой. А почему ты имеешь право говорить мне, что я... Потому что ты меня обозвал. Не я бы тебе позвонил. Я тебя такими словами не называл. Ты называл. Ты стрим включи. Ты подожди. Ты стрим. Ты стрим перемотай и посмотри, как ты меня обзывал. За такие слова я тебе просто поясню. За такие слова... Подожди, иди сюда в брюхо, иди, приезжай. Ты да меня, ну, да ты уже... меня, подожди, подожди, да ты не лей. Подожди, подожди, а я чем иждивенец? Я иждивенец, подожди, я иждивенец.
Подожди. За какую дочь? Он за твою дочь не говорил, Серый. Ты что, дурак или что? Он за твою дочь плохого ничего не говорил. За твою дочь я слова не говорил. У меня есть дочка. Я даже не знаю, дочка у тебя или сын. Послушай, Я твоей жизнью не интересуюсь. Это ты моей интересуешься, понимаешь? Это ты моей интересуешься, а я твоей не интересуюсь. Да, я не знаю, ты же тоже... Нормально, адекватно. Так не я ж тебе звонил. Подожди, а я иждивенец? Значит, иждивенец на твоем иждивении, что ли, или что? Ну, я что, не прав? Нет, не прав. Знаешь, почему я тебе сказал, что ты иждивенец? На твоем иждивении? Ну, потому что... На твоем иждивении? Мне сказали люди... Какие мне сказали, тебе люди сказали? Ты можешь послушать или нет? Все, ну это... что ты требуется, то есть, как сказать, uh-huh. у тебя нет денег на содержание собственно ребенка. Я считаю, лично я, что если ты, ужас. Как отец, Гриш, слышишь меня? Да, слышишь. Если ты отец взрослый, ну, я считаю, это неправильное содержание, когда нормальная толпа сидит, у тебя ребенок требует твоего внимания, а у тебя просто сидит дети, люди, мои друзья, не бухают. Я считаю так, парень. Если так, у тебя нет денег... Так у него день рождения было, Серый. У него день рождения был. Мы приехали днюху. Он лишь слова не дает сказать. Ты взрослый лох. Теперь послушай меня. Сейчас я тебя послушаю, подожди, дай я выскажусь. Да ты неправду говоришь. Ну я говорю так, как оно есть. Как оно есть? Давай, говори. Я буду слушать тебя. Ой, давай. Он, видишь, не дает. Он думает, да ты скажи, тебе 30, мне 41. Да, допустим, не умей говорить, умей выслушать. Вот у тебя есть ребенок. У тебя есть красивый ребенок, хороший, красивый, который, кстати, похож на тебя. И ты просто как тёлка жалуешься. Я никому не жалуюсь. Ты как тёлка жалуешься, что у тебя нет денег. Помогите, пожалуйста. Я? Да нет, Серый, подожди, Серый. Серый, да даже если... Да, подожди, Серый. Серый, если даже и жалуются, да пусть жалуются. Я жалуюсь. Да даже если и жалуются, то... Кому жаловался? Где я жаловался? Где, Сережа? Я считаю, понимаешь, есть такие семьи, которым детей вообще не дано иметь. А тебе дал такая возможность... Ты такой чмо. Я тебе... Вот серьезно, ты на каждом шагу. Вот это зечное. Я предлагаю вам просто сказать, извиниться друг перед другом и закрыть эту тему. А мне не за что извиняться. Мне-то не за что извиняться. И он сейчас тоже. Он позвонил. Мне тоже не за что извиняться. Он позвонил. А ты когда начинал, у тебя жена одна работала, а ты не работал. Послушай меня, красавчик. Вот ты когда начинал канал... Ты когда начинал, человек, ну смотри, он не дает сказать, он своего смотри, ребенка не может воспитать. Я могу воспитать, у моего ребенка намного больше, чем у твоего ребенка есть, как ты понимаешь, Марик, а ты, не... ой, ты считаешь, фу, так ты такая дешевка, Сережа, ты дешевка, да. Ну что я буду слушать этот бред? Да. Во-первых, толпа. Послушай меня. Серёга, слово не дает сказать. Серый, дай ему слово сказать теперь. А. Ты уже полчаса. Да, все, говори. Вот смотри, я тебе хочу сказать, что, во-первых, там Палыч, там Гриша с ними приехал, это первое. Второе, я уже полтора месяца сижу один с ребенком, один просто не выходя из дома. Ребенка я забрал... Ему вот год и три было, понимаешь? Ну, да. Он маленький совсем еще. Зоны забрал. Зона, тебе-то это должно быть известно. Да я вообще, Марик, не про это. А я тебе про это. Подожди, я тебе... Ты почему перебиваешь? Ты с тобой, что он просто ведется на всю пою. Ты двуличный, Я двуличный. Я двуличный. Двуличный ты. Двуличный ты. Не жалко ребенка. Ты пожалей себя. Ты пожалей себя. Когда ты начал снимать видео, ты не работал, у тебя жена одна работала. И я это знаю. Ну,
Да. А ты сейчас говоришь, а я работал до кризиса, содержал жену, послушай меня, 27 года содержал жену, по 40 килограмм продуктов женщинам можно безмерно. Заметь, я не перебиваю. Женщинам можно безмерно. Я содержал жену, забрал ребенка, потому что ребенку не место там. Ее увезли немножко дальше, потому что она первоход, понимаешь? Вот. И сейчас помогаю и жене, и сыном, и это. Гриша сам сказал, Марик, давай тебе помогу. Давай, вот подписчики, подожди. Подписчики там, нет, я... Это правда. И Михалыч мне тоже помогал. И что? Меня за это или что? Ты зачем мне это говоришь? Ну ты же сам сидел, ты сам понимаешь. Да при чем здесь сидел или не сидел? У нас что, засипку здесь разговор? Сережа, да разговор, да. А ребенок, как оказался ребенок? Ты понимаешь, почему к тебе такое отношение? Какое ко мне отношение? Ко мне, прекрасное отношение. Почему к тебе? Почему к тебе такое в интернете отношение? Я понять не могу. Хотя я понимаю. Хоть ты на каждом шагу. Дай мне скажу. Ты все сказал? Нет, не все. Я говорю, не все сказал я. К тебе приезжал, что-то про него говорил. Михалыч, я тебя люблю. Михалыч уехал, ты его... Не крыл, нет, Серый, не крыл. Михалыч, я не крыл. Я тебе говорю, Михалыч. Вот мониторит ни разу. Ой, вот он изначально. Знаешь, Сережа, ты, я не тряпка. Ой, фу. Вот зачем ты мне это включил? Ребята, я скажу так. Да не хочу я стоять. Все, Сережа, иди пей. Я бухаю? Ты требуешь бабки? Фу, такое... Ну зачем ты мне его? Серый, ну у вас просто какие-то старые рамсы, да. Ну, да. Уже... Я Михалыча ни разу не обзывал. Михалыча ни разу не... Ты, Сережа... Что я тебе говорил? Что? Я ему завтра звонил, я тебе сказал, потому что это человек, ну, личный. Ну, ты мне говори. Ты ему сейчас помог, собрал донат. Он тебя, ты уедешь к нам, он тебя будет прикрыть. Ой. Да, Ой, какой пиздец. Ну, Серый. Слушай, Серый. Он у вас был, я прикрыл. Это... Ой, фу. Ты по себе-то не мери, Сережа. Ты по себе не мери. Смотри, какой он. Вот честно. Фу, такая. Зачем он позвонил вообще? Я Гришу в жизни не крыл. И Михалыч ни разу не крыл. Даже мы были в ссоре, да? Там Шилов с Михалычем, я никогда Михалыча не обзывал. И Шилова не обзывал.